В так называемой ДНР объявили о полном отводе техники. Так. Насколько к этому можно серьезно относиться, учитывая, что этой ночью опять обстреливали Авдеевку, была стрельба в Донецке, не знаю. Но представитель Минобороны так называемого ДНР Эдуард Басурин вчера заявил, что полностью отвод техники мы завершим вот 21 июля. Однако, вот как обычно, все по ходу происходит наоборот. После громких заявлений боевиков ОБСЕ зафиксировало еще более интенсивное перемещение вооружений на Донбассе. Об этом заявил руководитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук.